Домов. Жилищная политика Химок привлекает лучших специалистов со всей страны. Например, молодым врачам администрация Химок компенсирует 15 тысяч рублей за сложное помещение. Многим специалистам выделяются служебные квартиры. Среди них олимпийский чемпион по фехтованию Артур Ахмадхидзе. После Олимпиады, да, мне вручили ключи от квартиры, в которой я сейчас проживаю. Это служебная квартира, находится в микрорайоне Сходня, с хорошей планировкой. Спортсмен живет и работает в Химках уже на протяжении 15 лет. Видит, как городской округ изменился. Только за последние 5 лет реконструировано и благоустроено 24 зоны отдыха, более 230 дворов, а также преобразились парки и скверы по всему городскому округу. С семьей я очень люблю проводить время в парке Толстого. Это замечательное место. Мы очень часто там бываем. Это ухоженный, очень красивый парк с множеством достоинств. Олимпийский чемпион будет городской округ не только за зеленые зоны и благоустроенные парки. Химках расширяется транспортная инфраструктура. Получается, качество дорог называется массовый спорт. Особенно спортсмены отличают спортивные улицы. По роду своей деятельности я много где бываю, по и нашей стране, и вообще по миру. И действительно, Химки – это один из чистых городов в нашей стране. Здесь видно, что занимаются и сбором мусора, и чистят и тротуары, и убирают снег зимой. То есть город делает все для комфортного проживания химчан.